Итак, всем еще раз привет. Решил все-таки этот вечер, раз он такой яркий и красивый, не заканчивать так сразу, а прогуляться вот по парку. Возможно, сейчас лучи солнца еще будут его немножечко подсвечивать, и он будет красивый такой, интересный. Ну, а я вам заодно все и покажу еще разочек. Хотя знаю, что я здесь уже ходил 1000 раз. И 1000 раз показывал. Даже этот прибой. И тут. Сильный ветер. Очень даже сильный. Не нравится мне такое. Вечером опять гулять буду по улицам, там, где нет. Точнее, где много зданий и сооружений. И нет доступа такого ветру. Колесико, смотрите, какое красивенькое сегодня в лучах. Давно я здесь не ходил вот так вот в это время. Вечернее, я имею в виду. Ну, оно, конечно, давно уже не горело красивыми огоньками. А вечером мы здесь с вами бродили. Ну, видите, что поздно вечером, часиков, я имею в виду, 8. Там 8 с копейками, когда я выхожу, что вот сейчас в районе 17 часов. Пока народа, точнее уже народа практически нету. Лабиринты страха, лучшие аттракционы, тир, кино 28, мега шоу, да, все закрыто. И только вот эти вот зазывания. Все-таки еще дают нам возможность вспомнить про лето. Тут только кошки сейчас гуляют, и то что-то побаиваются. Я не обижаю кошек. Ну что, пройдемся чуть-чуть по парку, да пойду я до дома, до хаты. Видите, человек в маске на велосипеде. Оказывается, кстати, работает вот эти вот дом великана, вот это вот все, зоопарк, вот это все работает. Двери открыты, вон, пожалуйста, можете прийти прогуляться, ленту снимать. О, господи, что ж так орать, а? Так как Андрати схватить-то может мне. А я только жить начинаю, они мне тут кричат. В общем, работает еще и от объектов. Редко челик. Вон даже девушка, видите, идет. В парке там два клиента, идет открывать автодром, включать, кассы работают, то есть вы можете прокатиться, зайти в Савариум даже сейчас. Вон девушка в кассе, вон поехали кататься. Вот так вот каждого клиента уважают, отдельно катают. Пришел клиент, захотел покататься, пожалуйста, на тебе, катайся. Качельки, видите, огоньками горят. Значит, вот так. А я все поздно прихожу уже. И не знал. Хотя губернатор говорил, что сезон до 1 ноября. У нас, видите, сезон до 1 декабря. А может даже и января. Как бы вот так. Ну, дальше уже. О, пойдемте, я хочу вот то посмотреть. Вот то, что же это такое. Помните, я про это говорил? Что это? Айва, яблоко, блин. Ну, такое здоровое, желтое и, похоже, созревшее. Хоть бы что-нибудь одно упало, вот, смотрите. Но не похоже оно на яблоко. Точнее, оно похоже на яблоко, но это вроде не яблоко. Какой-то непонятный, большой, красивый фрукт. Хоть бы один падло упало. Все пободрали внизу. А мне на дегустацию. Так что как бы вот так, такие здоровые, там, я не знаю, 0,5 килограмма, наверное, точно есть. Как бы вот так. Ну что, пройдемте по вот этой вот осенней улочке. И потопаю домой.
Красивый тут. Тут уже осень пришел. Вон какие-то красные штучки. Тут канадский клен какой-то. Вот что-то желтеет, краснеет. Так. Ну что? Куда мне? Туда, наверное, выйду. Пока еще свет светит. Так что как бы вот так у нас, ребят, в парке. Здесь и сейчас, вот уже можно сказать середина ноября, а там декабрь. И грубо полтора месяца, и уже Новый год. Вот так вот. Опять получается хуже. А вот, вот. Вот-вот. Вот что пахнет очень вкусно. Вот, я не знаю, что это такое. Но, блин, ну очень вкусное. Такой аромат. Будь я парфюмером, непременно бы сделал такой аромат. Вот, как я придумал. Обалденно пахнет. Дуб. Золотой цепи не вижу. А вот в Сочи парке был кот. Висел. Что, в принципе, мы уже прошли самые веселые места. Как видите, все закрыто в этой части парка. Там где-то пацаны катаются на велосипедах и скейтбордах, вот слышите, самокатах. И как бы на этом все. Солнце уже зашло, поэтому парк не такой яркий и красивый, и цветочный. А вот девчонки, вот, которые фотографировались там где-то, вот помните, там вот я показывал, там чуть ли позвоночник чуть не сломала, фотографировалась. Вот они здесь и гуляют, уже тут фоткаются. Ну, вы их уже не увидите, потому что играет капиталистическая музыка вон там в гончарной мастерской. Поэтому всем говорю пока, до свидания. Блин.